28 августа весь православный мир отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. С особым торжеством этот день проходит в храме всех скорбящих радости в Десногорске. Приобщиться к крестному ходу и пройтись вслед за иконой Успения Божьей Матери традиционно приходят десятки горожан. 28 августа Православная Церковь отмечает кончину Пресвятой Богородицы. Празднуется это событие потому, что для верующих людей физическая смерть – это лишь окончание жизни земной. Далее следует иной мир, в который и перешла Богородица. Это событие отмечают праздничной литургией. Литургия продолжается крестным ходом. Шествие с плащаницы Богородицы проходит вокруг храма по ковру из живых цветов. Цветочная дорожка символизирует путь к небесному царствованию, и она вселяет радостное праздничное настроение. При этом рисунок ковра уникальный год от года. Плащаница Богородицы останавливается на входе в храм, чтобы прихожане смогли пройти под ней. В этот день Богородицу молят о здоровье детей, просят для них хорошей судьбы, отведения от них мирских соблазнов. Считается, что в этот день Богородица по-особому слышит молитвы о детях. Несмотря на то, что она покинула этот мир, она обязательно молится за нас, и мы радуемся, что она наконец соединилась со своим Сыном, с Господом нашим, Иисусом Христом. Всех поздравляю, дорогие друзья, с праздником. Храни вас Господь. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.